Интересная информация на экономическую тему. Несмотря на пертурбации в сфере экономики, ряд предприятий, фирм и организаций не только не сокращают свои штаты, но и находят возможности индексировать заработные платы сотрудникам, в том числе и работающим удаленно. Недавно в СМИ был опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. Лидером среди вакансий оказалась должность разработчика Android новой социальной сети с доходом 380 тысяч рублей в месяц. Программист JavaScript, работая удаленно, может заработать от 320 тысяч. Также на высокую зарплату от 250 тысяч могут претендовать менеджеры по продажам, а коммерческие директора со стажем от 3 лет могут рассчитывать на заработную плату от 200 тысяч рублей.